Огонь, баба. Вау, вау. Все не сушатся. Никогда этого не замечала. Они сушатся, начинают ломаться. Я лучше кому-нибудь подарю. Чокеры. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет бьюти-видео, посылочка, распечаточка. Одна пришла посылочка из Казани с украшениями, другая это бьюти-боксик. В общем, давайте посмотрим. Все так интересно, все так интересно. Я решила это совместить в одно видео, потому что немножко там, немножко там. И, в общем-то, я думаю, вам понравится. Давайте начнем с бьюти-бокса. Вот он пришел, я его распотрошила уже немножечко, так взглянула, но ничего не открывала, так не смотрела, да? Здесь у нас, коробочка. Раз, коробочка. Коробочка, два. Все? А, нет, еще. И давайте начнем вот с этого средства. Это крем. Color Control, Актив, траля-ля. CC-крем. Вот, CC-крем. У меня, кстати, один только CC-крем есть. Вот будет второй теперь CC-крем. Чем отличается CC-крем от BB-крема, я спрашивала. Отличается тем, что здесь такая более уже усовершенствованная формула и такая увлажняет, омолаживает. Вот как-то вот что-то с этим связано. Это я спрашивала у людей, у которых там был BB-крем, потом CC-крем. Они мне так объяснили. Возможно, все по-разному будут объяснять. Сейчас мы сделаем сочек. Ну-ка, давай. Видите, я же говорю, не открывала еще. Такой цвет. Цвет, я думаю. Я думаю. Но он должен подстраиваться в любом случае под мою кожу. Ну вот вам и подстроился. Сейчас вот он еще. Ну, ложится вроде бы идеально. Это мы будем смотреть уже потом. Сейчас я не использую крема на самом деле. А вот уход и защита, в общем, здесь в CC-креме. Актив нанокомплекс CC-крема включает гиалуроновую кислоту, коллаген, эластином, экстракт белого чая и масло макадамии, которые улучшают эластичность кожи, сохраняют ее увлажненной и здоровой в течение всего дня. Ну, посмотрим, как он будет себя показывать на коже. В общем, вот такая штучка у меня теперь есть. Дальше, что у нас здесь в этой коробочке? Два лака. Кстати, одним из них, значит, один идет укрепляющий, гель восстановитель с кальцием, средство для ухода за ногтями. Девчонки, до того, как я сделала свои ногти, я заметила, что после всех лаков ногти очень сильно портятся. Они сушатся. Никогда этого не замечала. Они сушатся, начинают ломаться. И я уже подумала о том, что нужно средство какое-то. Не пойму, что это за фирма, как читается. Вот, посмотрите. Вот. Вот такой вот. И один с цветом. С цветом. Я хочу нанести на ноготочки. Вот широкая кисточка. Цвет такой очень классный. Мне кажется, вот он, видите, вот мой френчик, да? И вот мой френчик. И вот на ножке будет хорошо сочетаться вот этот цвет, да? Такой под все классный. Вот такой вот цветной лак. Так, лаки у нас есть. Дальше. Также там еще идет такая коробочка. И здесь много-много всяких уходовых средств. Давайте посмотрим, что у нас тут. Первое. Мы открываем. Это опять же, эта же фирма. Что же это у нас такое? Это подводка для глаз. Отлично. Как она у нас здесь сделана? И подводка. Так не хочется распечатывать на самом деле, потому что я подводками не пользуюсь, и я лучше кому-нибудь подарю. Я собираю коробочку бьюти, да, очень много уже средств таких, которые мне дарят, и я даже вот, ну, не пробую, будут девочки мои пользоваться. Либо я подарю кому-то из своих подружек, либо я положу это в коробку бьюти-бокс, которую готовлю на 100 тысяч подписчиков конкурс. И вот пусть оно все будет запечатанное. Гель для стилизации бровей, прозрачный. У меня, кстати, есть, поэтому этот я тоже не буду распечатывать. Возможно, он кому-то пригодится. Вот такой вот гель. Его здесь очень много. И у кого такие густые, красивые бровки, как у меня, и нужно укладывать, вообще это очень классно. Дальше, карандашик от этой же фирмы. Контурный карандаш для глаз, алоэ вера, мультивитамин. Черный карандаш. Черных карандашей у меня тоже много, так что я его оставлю вот так вот.
Ой, девчонки, чувствую, там бьюти-бокс будет конкретненький. Блин, объем и разделение накладных ресниц. И разделение накладных ресниц. Это что, для накладных ресниц? Смотрите, какая тушь классная. Какой у нее необычный дизайн. Да, написано вот что. Написано, что объем и разделение накладных ресниц. Блин, так хочется открыть, посмотреть вообще. Ну, блин. Так жалко. Гипоаллергенная формула не содержит парабены. Ладно, тушь открою. Я думаю, ничего страшного. Если что, подарю кому-нибудь из своих подружек. Они знают уже. И... Может, получится аккуратно открыть? Так. Я все-таки хочу показать, какая здесь кисточка, да и сама хочу посмотреть, что за кисточка. Пахнет свежей тушью. Кисточка. Такая вот кисточка, она такая прорезиненная, силиконовая кисточка. Ну, посмотрим, как она будет красить. У меня сейчас нарощенные ресницы, и мне очень нравится их наращивать, поэтому эта тушь тоже останется кому-то для подарка. И вот все, вот так закрыла и запечатала. Так что очень интересно. Дальше. Дальше вот такая помада. У нас все одной фирмы. Такая вот помада. Кстати, интересно, кто-нибудь пользовался такой фирмой вообще? Помада, блеск для губ, то есть она не матовая. Ой, как она вкусно пахнет. Давайте сделаем сводчик. Ой, она будет очень крутая. Я люблю такие. Она, знаете, она такая полупрозрачная, что ли. Такая вот, видите? Если нанести ее немножко, она будет такая прям, просто ваши губы сочнее сделает. Если нанести ее немножко, она придаст такой классный цвет, яркий. Я люблю вот такие. 103 номер. Так, и что у нас еще здесь? Еще у нас здесь вот какая-то интересная штучка. Тут зеркало с одной стороны, а с другой стороны белое. Это пудра. Мат-эффект. Это пудра с матовым эффектом. Она белая. Так. Ну, мы ее распечатаем-то. А, здесь не... Да, мы ее распечатаем. А как она открывается? Как она? Она как-то выезжает. О! Она выезжает. Сейчас мы разберемся. Люблю эти ноу-хау. Ты-дынь! Все. Выехала. Здесь сверху еще такая штучка. Прикольно. В общем, вот так вот выехала. Какая вот красивая она тут. Тюльпаны нарисованы. И заехала. Выехала и заехала. И с другой стороны зеркало. Это бьюти-боксик, который пришел. Я как поняла, что это все вот такой одной фирмы. Очень интересно. Я никогда не слышала про такую фирму. Может быть, кто-то слышал, я не слышала, не знаю. Что-то я оставлю себе, а что-то я положу вам в бьюти-коробочку. Должна же я не позиционирую, конечно, себя как супер-мега-бьюти-блогер, но бьюти-штуки у меня есть, поэтому должна же я как бьюти-человек делать моим зрителям тоже подарки, связанные с бьюти. Тем более, если мне... у меня их много. Дальше, следующая посылочка у нас из Казани. Это украшения. Я их выбирала сама. И первое, что мы откроем вот такую вот коробочку. Кстати, Beauty Box, я оставлю ссылочку внизу. Вы сможете посмотреть там и цены, и что. Потому что я не знаю вообще, что это за косметика. Я думаю, о ней много написано там у них на сайте. И первое, что мы откроем... Это Марк Буш, мой любимый, кто знает, я периодически заказываю у них всякие приколюхи, у меня много и бижутерии, и сережек всяких. В общем-то, первое, что... Вот такие сережки. Я смотрю, сейчас такие сережки очень модные. Я даже не думала, что они будут такие большие. Смотрите, они прям конкретные. Они прям конкретные. А ну-ка, вытащим. Вау! Вау, бля, ну они серьезные вообще сережки. Видно, что это, ну, как бы не дешевка какая-то. Смотрите. Они очень-очень большие. Ну вот относительно моего лица, чтобы вы понимали, да?
такие классные сережки. Там разные цвета. Есть, по-моему, и поменьше, но я заказала такие прям. Вообще, глянь, огонь. Огонь, баба. Класс, цвет шикарный. Вот помаду другую, да? Яркий мейк. Блин. А помните платье, которое я вам новогоднее платье, типа там, помогите выбрать. И вы говорили, зеленое, я так хотела его продать, а вы говорите, оставь, оно так тебе идет, так дорого. Я там с короной еще в этом платье. Мне кажется, идеально под них. Кто помнит, ставьте лайк. Так, дальше, что у нас дальше? Дальше у нас вот такой пакетик. Марк Буш, что-то они тут для меня приготовили и спрятали. Открываем. Я помню, что я заказала. Я у них вообще приколюхи заказала. Классные. А, вот, очень хотела вам показать. Чокер вот такой. Я увидела у одной девочки. Я не помню, что она показывала там, где она заказывала. Но я помню, что я захотела такой чокер. Знаете, он белый и весь-весь в стразах. И я увидела, это у них новинка на самом деле. Потому что если бы я раньше видела, я бы купила бы сразу. Чокер шикардосный. Сейчас я его открою. Вау, вау, вау. Все камушки на месте, просто вообще классный. Ну, давайте я его теперь примерю. Класс. Блин, какой он красивый. Конечно, нужно подобрать там и прическу, и все. Но я вот решила себе чокеры такие заказать. Ну-ка, покажи поближе меня. Да? Класс. Мне очень нравится. Я в восторге. Спасибо. Вот это крутотень вообще. И видно, он классно сделан. Все прям камушки четко стоят вообще. Мне очень нравится. Круто вообще. Вот эта вот новинка у вас суперская. Дальше, дальше, дальше. Так, тут сертификаты, как всегда. Сертификат качества. Здесь они вот такие дают штучки для протирки всякой бижутерии. Сертификат качества всегда от Марк Буш. Тут у них все серьезно. Они здесь советуют, как ухаживать за их бижутерией. Дальше. А, еще вот такой чокер. Что-то меня понесло на чокеры. У меня очень много крутых чокеров теперь. Надо их одевать. Вот, мне кажется, вот это тоже очень круто будет смотреться. Беленький такой. Ну, тоже под соответствующие наряды, конечно же. Вот. Он такой беленький, и вот здесь вот такая вот, знаете, штука. Мне кажется, она смотрится как-то так агрессивно и при этом, знаете, нежно. Просто правильные одежды надо одеть. Вот такой чокер. Классный. Золотистое кольцо и вот такие кожаные, мне кажется, как кожаные веревочки. Так, 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 класс. Дальше сережки. О, у них появилось много-много всякой бижутерии с камнями натуральными. И вот я решила заказать себе. Я не помню, как называется этот камень, к сожалению. Вот такие сережки. С натуральными камнями. Очень красивые. Вот, они такие весюлечки. Плотненько тут застегиваются. Вот такие застежки. Сейчас покажу вам, какие. Вот такие застежки, мне кажется, они очень прочные. И вот так вот они будут на мне красиво висеть. Тоже надо подобрать одежды. Класс. Я так люблю, когда приходит что-то, и мои ожидания оправдаются. Как всегда, они мне присылают часики. Уже второй или третий раз. У меня уже даже 3 часов. Я могу сделать часы, уже конкурс на часы. Вот кому класс, часы любят же, как девочки и часики. Я могу сделать конкурс такой небольшой на эти часики. Если хотите, ставьте лайки тоже. Не знаю, где, в Инстаграме или где-нибудь. Сделаю конкурс. Короче, много конкурсов всяких впереди еще. Все, мои хорошие, вот закончились мои посылочки. Пока я в отъезде, я вот для вас готовлю видео, для того, чтобы вы смотрели и не скучали. Я надеюсь, вам понравилось. Все ссылочки внизу. Кстати, ну, если вы в Марк Буш берете на определенную сумму, я не помню какую, они всегда присылают в подарок эти часики, поэтому знайте. Вот, ну вот это вообще огонь, да? Вот это и чокер, вот этот вот вообще. Супер класс. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Кто смотрит меня в первый раз, добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь,
ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Кстати, в первый раз говорю, очень многие говорят, что что-то не приходит уведомления, мы ждем, обновляем постоянно. Есть такой внизу колокольчик, знаете, и тогда вы будете первыми знать, как только я выкладываю видео, вы сразу первыми будете знать. Ну, кто знает, уже у всех колокольчик этот, с радостью пишут, я первая, всем первым привет. Все, мои хорошие, вам хороших покупок, чтобы они вас радовали, украшали вас. А я вас люблю, прощаюсь с вами, до следующего видео.